И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор Кошак, как всегда отличное настроение, и сегодня у нас Гаррис Мод, как и обещали, обзор нового пилпака аниматроников, поздоровайся. Всем привет. Ну что, начнем с первого, это Эндональд 2. Кошак, рассказывай, что он может, какие у него способности, будем разогреваться. Если так. Пьете и кушаете, приятного аппетита, и у кого день рождения, с днем рождения. Новая фишка моего приветствия. Поехали. Эндо у нас может ползать, как твой любимый. Кстати, он очень быстро ползает, мы будем теперь их использовать в прятках. Так, очень и быстро ползает. Смешно так ползает. Да, очень стрёмно как-то даже. Что еще? Так, также он может телепортироваться. Понял. Ух ты! И пугает. А как и ты пугает. То... Подожди, а ты меня убил! Нет, он пугает, именно не убивает. А ну пари! А чё так коротко? У тебя глаза выпучиваются в это время. Но это для тех, кто с нервным срывом. Что еще? Он еще может. Он может. Звуки издавать прикольные. Что так. Еще так. И еще последний тоже, еще один звук. Так, на этом его полномочия. Давай, мочи меня, чтобы мы увидели скример его. Ох ты! Я аж дернулся! Вот это скримак у него. Так, давай следующего. Так. Это у нас Shadow Freddy будет. Shadow Freddy. Что он у нас может? Невидимый вставать. А, ты поехать. Я думал, ты невидимый стал. Так. У него походняк такой деловой. Просто как будто дай силу. Что еще? Опа. Прикольно. Так. Дальше он может... Права... Вот. Провалил. Это вообще для пряток... Идеально. Да-да-да, я понял. Ты под полом сейчас передвигаешься, можешь выпрыгнуть в любой момент, да? Опа, вот ты. Что еще? Тут надо слегка ретактировать, потому что он застревает. А, да, я понял. Что еще я могу? Звук. Я могу издавать звук. Да-да-да, такой прикольный звук, кстати, мне нравится. И еще один. Отлично. Аниматроники пугают охранника. Если вы хотите, чтобы эта рубрика была в следующей серии, ставьте плюсик, и мы будем использовать всех этих аниматроников. Ну-ка, давай тогда скример показывай. Ох ты! Вот. Воу, скример звук. Слева направо так резко перемещается. Давай так, дальше. На этом он закончился. Вайзеред Бонни. Вайзеред Бонни, так. Он так, слышу. Падать. Ох ты, звук прикольный на жопу. Металлическая жопа. Да, и он сидит, значит, ждет жертву. Потом такой, жертва подходит. Оп. Отлично, вот это анимейшн. Так, все, жертва подошла, и он такой, здравствуйте. И на карачки падает и начинает ползти. Как всегда, у нас, ребята, классное настроение. Поддержите нас лайком и подпиской. Мне очень приятно. Для вас делаю каждый день ролики. Все? Так, после того, как он закончил ползти, он захотел попугать. Опа, прикольно. Отлично просто. Ладно, мочи тогда меня, показываем скример. Время ограничено, аниматроников очень много. Такой уже скример мы видели раньше. Кстати, классно, что они не зацикливаются. Не надо их через постобработки умирать. Так, это у нас следующая Вайзера Чика. Кланяется. Вайзера Чика. Так, она у нас, когда долго стоит, умеет кланяться. Здравствуйте. Также она тоже умеет падать. На карачки. Прикольно. Также умеет вставать. Офигеть. Давайте мы для полного удовольствия еще поставим источник света над нами. О, вообще сила. Опа. Я умею ползать. Но я так понимаю, здесь все умеют ползать. Да. Мочи. Опа. Скримаки вообще просто бомба. Мне нравятся. Так, это у нас Вайзеред Фокси. Вайзеред Фокси, что он у нас умеет? У него есть анимация закрывания глаз, я проверял так быстренько, всяк переклацал. Ну да, он на КТРЛ умеет просто вставать красиво. Так. R английскую себе нажать вроде, или... Во, бак, да что ж ты. Анимация на высшем левеле сделана, просто круто. Ой, еще током бьет его. Вставай, вставай, мужик. Отлично. Во-во-во, типа слепит его фонариком. Класс. Так, мочи это тогда, если это все. На... Ой-ой-ой! Он прям с темноты прыгает. Эпичный сделали вообще пилпак. Так, Вайзеред Фредди. Че он может? Фредди, он у нас... У них анимация у всех крутая. За шею может брать. Ого, кстати, стрёмный. Хватит. Че дальше? Он умеет падать. Бум. И шляпа отпала. И током его бьет.
Вставай, так, никого нету, сзади, спереди, так, встаем. Возвращается. У него сейчас скрипит нога. Поднимай. И шляпу. Эпик, вообще сила. Вот это у нас пилпаки теперь на запись есть. Ржет. Все, на этом. Ух ты! Даже классно, что ты не предупреждаешь. Мне это нравится, я поймал страх. Прикольно, прикольно. Так, это у нас Файзерин Голден Фредди погнал. Он умеет сидеть. Как обычно, да. Стоять. Ух ты! Он умеет превращаться в себя больше. Ого, это у нас головешки пилпаки не было ни разу. Это что-то новенькое. А головешка, в свою очередь, умеет быть невидимой. Ага, у него есть трансформация, получается. Чё дальше у него? Ух ты, прикол. Опа, аккуратно. Звуки какие-то издает? Звуки, да. Ржет. Он ржет, как будто сломанный. Да-да-да, я понял. Все, и на этом он закончился. Погнали. Остался скример. Воу, он меня прям в рот засовывает. Так, Донтит. Дальше. Просто так, получается это голова у нас. Да, это Wizard Golden Freddy голова. Так, бум. Но это одно и то же получается, просто... Ладно, а ну есть у скримера головы? Давай, ну испугай меня. Во, да, кстати, немножко по-другому сделано. Прикольно, мне нравится. Так, ну что, следующий пак у нас, ребята, получается. Наверное, в одну серию не войдут все паки, поэтому, может, растянем на две. Получится очень длинная серия. Так, ну что, давай у нас вот это Фурб 2ТЕ. Балун, да, бой. То есть, то были старые аниматроники, а это той аниматроники. Погнали. То есть, игрушки, но... Во. Прикольно. Ха-ха, такой добрый чилипиздрик. Опа, моргает. А, ты можешь шарики... Во, как так-то? Классно сделано. Может. Руки в боки. Идет, идет. И так моргает прикольно. Че он еще может? Невидимый может вставать? О, ты отключился. Класс. Hello. Он умеет приветствовать. Так, и ноги у него перекручиваются нижние. Офигеть. Видели, ребята? Да ладно, это очень смешно, мне нравится. А ну-ка, мочкани меня. Воу, я думал, у него по 5 кп будет отниматься, он сразу мочит. Отлично, давай тогда следующего. Это у нас Balloon Boy Knight. Нет, получается, Balloon Boy Knight это тот, который без шариков. А ну просто... Обычный Balloon Boy. Получается, Джей-Джей. Это девочка Balloon Boy, подруга его. Да, розовые щечки. И чё, больше ничего не может? Опа, ну, прикольно, ноги залазят. Чилипиздрик такой смешной. Hello. Ну, чё особо ещё? Она ничего не может, только ходить. Ну, мочи тогда меня. И ржёт, как девочка. А это я тебя мочу. А, не убиваешь ты меня. А он, наверное, фонарик забирает все. Хорошо, давай тогда мангл. Во, прикольно, анимация с ногами сделана даже. Ха-ха-ха, треногая, прикольно. Вообще анимация на... Опа, да ладно, офигеть. Вижу, классно. Чё еще? Воу, типа по сторонам смотрит двумя головами сразу. Это эпично, очень классно. И все, это все, что она может. Тогда мочи. Ух ты! Скример с потолка, получается, спрыгивает. Хорошо. Так, стоп-сон, давайте я заготовил сразу. Так, это что такое? Просто шкатулка? Это бокс марионеточки. Так ничего не работает у нее, да? Или что? А что она стоит? Просто шкатулка. О! Опа. Офигеть, у нас такого ни разу еще не было. Да ладно, ты вышел со шкатулки. Воу, ты маску снимаешь. Я первый раз вижу марионетку без маски. Это такое новенькое что-то, мне необычно. Она умеет прыгать. Как пузяка я, когда прыгаю в воду. На речке. Чё еще? Проигрывать музычку. Так. Ржать. Одну музычку. И все, и убивать. Ух ты! Нежданчик, нежданчик. Хорошо, поехали дальше. У нас получается просто пупет. Просто пупет, это то, что и вылазит. Да-да-да, я понял. Давай шкатулку удалим, наверное, да? А, ее нельзя удалить. Давай. А это как? Да ладно, пусть тогда стоит.
брезент. Это у нас так, получается пупит энда. Это получается марионетка, только без частей верхних. А, это просто ее скелет, да? Да, да, да. Так, что может? Воу, прикольно. Замирать. Что еще? Звуки и сдавать. Оно только замирает. А, R английская Ctrl, не? Нет, ладно. Ничего не может, кроме замирать. Отлично, давай дальше тогда. Получается у нас... Что это странное название? Падавони его в народе называют. Он черный, просто чернючий. Ну это тень его. А ты можешь? А ну стань невидимым, ты должен разбираться. Во-во-во, прикольно! И все, я могу по карте бегать. Офигеть. Оп, собрался, привет. Че, звуки не издают больше ничего вообще? Вообще ничего. О, рыгаешь. Прикольно. Че еще? Больше ничего. Он может только помехи еще издавать. Так, рыгай. Ой, убивай. Воу, прикольный скример. Ребята, напишите в комментариях, какой больше всех аниматроник нам понравится. Нам, вам понравится. Так, что еще? Какой у нас там следующий? Той Бонни. Той Бонни, самый обычный. Такой добрый. Опа, выключился. Включился. Ого, глаза такие расщепиренные. Он так ходит, как будто испугался. О, у него, кстати, разные походняки есть. Да, а я иду, иду, детишек я мочить. Так, что он еще может? Ушами шевелить, прикольно. Опа, он выключился. Он лег. Так прикольно, на корячках лазит. Так, так, так. И все. О, прыгать может. Воу, это, кстати, редкость для аниматроника. Ого, ты быстрый. Ничего себе. Просто псих какой-то. Ты очень быстро бегаешь, как марионетка по скорости. Ого, так можно и обрыгаться. Давай, мочи меня. На мне. Прикольно. Отличный пилпак. Просто офигенный. Настолько продуманный. Не зря ребята вы писали в комментариях, чтобы я их скачал. Так, давай дальше, Той Чика. Так, Той Чика. Модная такая. Да-да-да, деловая колбаса. Отключилась. О, черные глаза. У них, получается, несколько режимов есть, да? Каких-то прикольных. Да, то есть один такой обычный, легенький для лайтик. Дня, так, а потом вот этот. Для ночи. Убивать. О, мы можем тогда сделать день-ночь. Так, у меня есть идея уже на новый режим. Так что, ребята, ждите. Новая рубрика скоро выйдет на канале моем. Не забывайте подписываться. Так. И все. Офигеть. Круто. Опа, я сдаюсь, не трогайте меня. Ух, у нее зубастые зубы. То есть жесть. В одном режиме она не может убивать, это в дневном, а в найте, вот в этом, котором я сейчас, она может. Да я уже придумал новую рубрику, не буду сейчас озвучивать, чтобы не спойлерить. Так, это у нас Той Фокси. Той Фокси, то есть это то, что был эндоскелет, это она сбоку. Так, о, воу, прикольно, прям зрачки закатываются. Здорово, здорово всем, накланяюсь. Чё еще? И все, выключаюсь. Воу, прикольный вот этот режим, мне нравится он. Только, знаешь, как будто ты в темноте не видишь, руки вперед выставляешь, глаза закатываются. Да-да-да. О, лазить на корячках может. Блин, классная анимация вообще. Детализировано, очень сделано. Так, прыгает. И все, она и все, мочи. Воу. А когда мочишь в обычном режиме, кстати, глаза там? Так, а следующий. В обычном режиме, да, нельзя же. Той Фокси Найтайм. А, это ты я понял, это у них по два режима каждого. Так, это у нас Той Фредди. Самый обычный классный мужик. Выключился. Включился. Махает. Кланяется. О, музыку играет. Вроде новая, хромает уже. Ну да. Мочи тогда меня, раз все. На мине. Прикольная анимация. Стоит. Невидимый. Стоит. Невидимый лежит, да? Так, что еще? Ах ты! У него все, да, было? Да, это все. Так, дальше у нас Той Трап. Той Трап, последний у нас. Офигеть, смотри, что он делает. Сидит, стоит, ходит. У него, кстати, глаза появляются, потом он. И так же самое исчезает все. Так, прикольный звук. А он тпхается еще. Кстати, они не все тпхаются, я заметил. Ух ты, блин!
Я испугался. Ребят, ну что, мы не можем показать все пилпаки в одном ролике, так что ждите следующее, это завтра будет. Мы покажем этот пилпак, вот этот, и еще у нас вот этот есть. Это очень классные аниматроники, они издают музыку, танцуют, так что ждите ролик следующий. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока!